О перспективах развития детского телевидения говорили сегодня за круглым столом в Ильтюмени. В связи с тем, что президентом страны Владимиром Путиным с 2018 по 2027 годы объявил десятилетие детства, это будет один из важных и приоритетных проектов. Это продолжит пятилетнюю программу реализации национальной стратегии действий в интересах детей. В основном передачи для детей и подростков транслируются на канале якутского телевидения. Студия «Сергелях» охватывает все возрастные категории детства. На сегодня на канале НВК «Саха» выходит более 10 проектов. В ходе круглого стола рассмотрели примеры проектов телевидения Башкортостана и Татарстана. Как отметила генеральный директор НВК «Саха» Нина Харитонова, при должной поддержке работа над реализацией отдельного контента для детей возможна. Мы, как педагоги, конечно, можем направить детей в правильное русло, но дать интересное содержание и настроить их профессионально ориентированным способом могут именно сами специалисты в этой области. И, например, то направление, которое в этом году мы открыли, Junior Skins, это медиа-журналистика, в которой главным экспертом у нас была Киремясова Лена Петровна, показала, что вот такой тандем действительно дает очень хорошие результаты. Госпрограмма до 2019 года уже принята, там суммы уже видны. И я предлагаю все-таки нам проработать вопрос вместе с депутатами, чтобы наши иные, скажем, фонды, фарвары и так далее помогали именно вот детскому телевещанию.